Всем привет, дорогие друзья! С вами Евген Бро, Дарина! Всем привет, ребята! Диана! Всем привет-привет! Машка! Всем привет! Вообще-то сегодня у нас будут мега-крутые пряточки кошки-мышки! Вы все этого ждали, вы все просили, да вот давайте кошки-мышки четвером! В общем, я собрал всю команду! Ради таких серий обязательно прямо сейчас ставьте лайк! Подписывайтесь на канал, если вы вдруг еще каким-то образом не подписаны! Колокольчик обязательно. Да, и вопросик дня. Вот смотрите, мы сейчас будем кошки и мышки. Вот вопрос следующий, короче. А вы любите вообще сыр? Как вам вообще сыр? То есть вы, может быть, не знаю, не любите сыр. Вот я вроде люблю. Дарина? Я очень люблю, особенно Диана? Сыр. Диана? Знаю все сорта. Машка? А вот я не очень люблю сыр. Почему? Ну что вы тут хором сказали? Ну потому что мне, короче, не раз предложили самый вкусный сыр, а принесли сыр с плесенью. Такой за сыр, обманули меня, вот и все. Ну Маш, это деликатес. Деликатес, деликатес. Ну не для всех. Ну не для всех. Ладно, я тоже не ем. Пахнет тухлыми носками. Короче, вообще, дорогие друзья, сейчас мы, короче, узнаем, кто будет Галя. Кто будет Галя, тот будет кошкой. Система, раз, два, три. Ёлочка, гори. Ёлочка, подожди, Диана? Ёлочка загорелась? Подождите, она что, кошка? Получается так, опять я, да, здравствуйте. Ну-ка, мяу. Мяу. А теперь, подожди, а сейчас проверим, точно ли она кошка или нет. А теперь злобный мяк. Мяу! А теперь добрый мяк. Мяу! А теперь вопросительный мяк. Мяу-мяу! Отлично! В принципе, ладно. Тогда окей. В общем, мы сейчас, короче, побежим. Быстренько расскажу правила. Короче, значит, Диана, тебе нужно будет прятать еду вот в этом сундучке по всему дому. А мы, как мышки, должны будем ее потом стырить и затащить себе в норку. В общем-то, мы побежали пока составлять план, а ты уже можешь расставлять все. Так все, девчонки, быстрее бежим сюда. Побежали, команда крысок. Отлично. Но я напоминаю правила, что нам нужно будет накормить вот этих маленьких мышат, короче. Все смогут это сделать? Да. Я надеюсь, что да. Это мини-людочка? Мини-людочка. Да. Так, кстати, девчонки, пока там, короче, Диана прячет, смотрите, что я тут надыбал. Это что, сейчас машинки? Это машинки, машинки. Мы сможем чистить. Погоди. Ничего не сказали, мы сказали мышки. А? Мы сказали мышки. Мышки. Мышки, мышки, тут три мышки есть. Это вот мы, это Машка, Дарина и я. Как у тебя там дела? Ты уже спрятала? Я мало спрятала, бегу по карте, прячу. Так, ну что, смотрите, начинается... О, начали, все, погнали, ну, всё, погнали. Погнали. Так, крыши-мыши, крыши-мыши. Опа, дратите, дратите, лобовая атака, лобовая атака. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Кого-то сейчас загасят, короче, чувствую. Слушайте, ты видишь? Я вообще никого не вижу. Я тоже не вижу. Вот, нашла одну. Давай, забирай. Походу дело, Машку перетягивают. Машку перетягивают. Машку бьют! Машку перетягивают, Машку не дотягивают. Машку натянули. А, капец вообще, осуждаем на всякий случай. Осуждение, Машка, учи. Слушай, я вообще сыра не вижу, куда она заныкала? Я один нашла. Вы по одному уже нашли? Да, я уже... Так, я кидаю один. Все, смотри. Так, надо искать дальше, куда она заныкла. Дианыч, как у тебя вообще там дела? У меня отличные дела. Да, Дариныч, я не спрашивали. Дианыч, как у тебя? У Дианыч все плохо. Вот, вы с сыром бегаете. Я буханка. Отлично. Буханка. Буханка кошачья. О, я нашел сырочек прямо под полочкой. Так, забираем. Сырочек для... для этого... Сыр, а куда? Вон она бегает с мечом. Чисто никого не... Давай, давай, гаси ее, гаси. Отлично! Ой, а так все текаю, оп! Пока! Давай. Давай, иди сюда, дайте. Ой, так ты все... Я задыкался. Иди сюда. Не, я, короче, как-то... Опа, так, текаем, вон она бежит. Опа. Аккуратненько, Дариныч, текай.
Так, за... Куда вы, милкие? Потерялась, помогите, кто-нибудь. Чё ты в темноте ты здесь стоишь? Чё ты обманываешь? Я не вижу, где кнопки. Приведи меня к кнопкам. Вот они. Спасибо, я не вижу все равно. Сейчас. Ладно, я с другой стороны. Она, если что, на столе стоит, ждет. На столе стоит? Ждет. Опа, погнали. План перехват. Светите фонариком кто-нибудь. Я потерялась. О, я сыр видел. Так. Есть другие ходы. Аккуратненько. Уезжаем. Я по нему попасть не могу. Да как так-то? Что маленькая мышка? Чисто чекаем, проверяю. Опа, дратуйте. Дратуйте. Ну-ка, вернись. Ну-ка, вернись. Не-не-не. О, я видел сыр. Забираем. Оп. Вот такой вход есть, что туда не попасть никак. Мы тут, короче, играем в переглядки, короче. Оп-оп. Да-да-да. Текаем. На площадке. У вас осталось половина времени. Вы знали об этом? Знали. Да? Я несу два. Нам надо еще четыре. Ищите, девчонки, быстрее. Четыре еще. Мы ищем. А сколько у кого есть сыра? У меня ноль, я застряла в стене. Так все, погнали, быстрее. Нам нужно... Меня спасли из темноты. Спасли, теперь так. Теперь я могу. Ты можешь, давай сыр собирай. Боже. Да собираю. Машка, меня быстрее. Меня науськивают. Там еще три штуки осталось? Три штуки есть где? Ищите быстрее. Я ищу, пытаюсь. Я пытаюсь искать. Под столом за мной бегают. Пытается она. Я отвлекаю, вы ищите. А-а-а! Нет! Походу дела сейчас Машка перетянет. Дариныч, давай, ищи. Я ищу. За мной прям жестко гоняется. Жестко это? У меня ласт жизнь осталась. А у Машки реально ласт жизнь. О, я сыр нашел еще. Есть! Да, еще два осталось. Еще два. Наверное, один, я думаю. Почему один? Потому что тут много уже этих... Во! Я еще нашел. Еще нашел? Да. Один остался, ищи. Один? Он в холодильнике, но за мной бегут. Женя, он в холодильнике! Все, я иду в холодильник. Машка, быстрее! Давай! На второй полке в холодосе? Так, все, о, да! А мы не дотянемся! Я нашла еще, Женя! Нашла? Да, давайте, стой, сзади! Стой! Кидаю тебе, беги, у меня последний, я пожертвую собой, если что. Давай, атакуй Дианыча. Вон она, давай. Раф! Нет! Я бегу. Машка жертвует собой. У нас раунд почти закончился. Давай, 10, 9, 8, 1. Мыши победили, короче. Отлично! А вас много! Это нереально было! Реально-реально! Как говорится, нереально-реально! Так, ну что ж, мыши... Ну почти, кстати, проиграли раунд, так кончался почти. Ну потому что я как бы АФК постояла, так все нормально. Машка там ослепла. Машка был крот, короче. У нас Машка была кротом, я видела ничего. Кем только Машка уже не была. И крысичем, и мышью, и кротом. Капец вообще. Так, следующий... Это оскорбление, да? Нет. Так, следующий раунд. Хомячок. А? Хомячок. Хомячок? Хомячки живут 2 недели, так что... Вы чё, офигели? Следующий раунд. Так, ну что ж, теперь у Машки есть мега-меч. Раунд начинается через 3. 2, 1, погнали, короче. Теперь я буду вас быстрее кекать, короче. Прям аккуратненько теперь, девчонки. Вон она. С одного удара? Да, теперь. Ага. Теперь я же говорю, теперь у нее самый опасный меч. Теперь надо с кошками. Офигеть. Очень аккуратно. А куда мы теперь вы держитесь. Офигеть. Так, мне дали огромную только что привилегию. Очень так, огромную надо, походу, дело будет отбирать, короче, чисто, да. Вон набегает, так. Не, ну ничего страшного, потерпите, как бы я страдала, и вы пострадаете. Только, ну давайте, бегайте. Там мы сыр забрали один. Так, сейчас. Опа, тактика! Опа, нифига! А вот он, кстати, убегает, учитесь, мышь. Если что, все везде реально забрать. Просто вам нужно быть более... А вот на вот этом не забрать. Какую?
Вам забрать? Более, ням-ням-ням. О, да. Забрать! Опа, 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 опа! Забрать! Опа, так, так, текаю! А, блин, короче, загасила, загасила там. Так, 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 у вас у всех осталось по две жизни. Так, так, кидаем, так, я забрал, все, мыши есть у нас три этих, отлично. Так, а где у нас меня Дианочка, Дианочка? Диана, давай, давай, Диана, тырь. Диана, тырь. Так, я вижу Дарину, я вижу Евгена Брона, я не вижу. Не Лови, вижу Диану. Пытаюсь найти сыр. Давай, ищем сыр. Так. Пока что отвлекайте. Короче, тут нужно, смотрите, командная игра. Опа, 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 опа. Да ладно, я промахнулась, ты что, издеваешься? Офигеть. Чё, адреналинчик нагоняет, да, когда я с тобой так гоню? Опа, да, нормально, нормально. Девчонки, я тут ее отвлекаю, ищите, ищите. Так, я кого-то вижу, я кого-то вижу, я кого-то вижу! Блин! А я знала, я знала. Вон, спасибо. Вон сырка. Блин! О, нифига там Дианочка собирал. Нужно кого-нибудь загасить. Так, где вы? Вы, кстати, говорите, сколько сыра? Сколько сыра у кого есть? У меня один. Я 4 кинула. Запах мышей. Ать, а кто это достал? Дарина сейчас съели, Дарина сейчас съели. А как это? Опа, Женя. Здравствуйте, брат. Ай, чё, как дела? Нормально вообще, живём, чилим. Братишка. Пока. Да ты чё, ладно, да ладно, я чё, поздороваться хочу, просто руку пожму. Так, тут, короче, это чисто Дианыч. Так, я несу один сыр, короче, я несу один сыр. Мысли несёшь сыр, запрещаю. Это запрещено. Запрещено. О, нифига себе! Капец вообще, она тут это. У вас всех подожиськи осталось! Так, кида, что-то Машка прям вообще разошлась. Я победю! У меня победа в кармане будет, если вы, конечно, не соберетесь с три сыра, которые... У кого сколько сыра? У кого? У меня ноль. Сколько у тебя? А у Дианы, у тебя тоже, что ли? Да, так сыр стоит, а мы не больше не можем найти, у меня коленки уже вспотели от страха. На видных местах лежат, как раз вот три сыра. Просто нужно смотреть внимательнее, как бы не только... Они в зало прям? А, о, а кто сюда вас сыр взял? Ничего себе, вы что такие это? Проворливые, что ли? Опа, так. Короче, если что... Так, я тебя вижу. Кого, меня? Ай, фига, текаем, 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 текаем. Вы не забрали, да? Мы тут не забрали сыры, там не забрали. Я вижу сыр, но оно очень высоко. Ты можешь сюда допрыгнуть. Где ты видишь? Это, о, сейчас скажу. Я не могу выйти, потому что она меня охраняет. Короче, на стиральной машинке на полке там. А, все, все, все. Там можно запрыгнуть, там можно запрыгнуть, там можно запрыгнуть. Ищите, Яныч, Яныч, ищи другие сыры, ищи другие сыры. Еще полка над стиральной машинкой, она туда побежала. Опа! Мы остались. Мы остались вдвоем, мои хорошие. Так. Вам нужно быстрее бежать за сыром, иначе вы пойдете на мою кормежку. Жень, давай я буду ее отвлекать. Сейчас, подожди. Дариныч, не выходи. Давай, давай, паркурчик, давай. Капец, это нереально. А интересно, вообще тут взяли сыр вообще или не взяли? Маша! Что? Я тут! Нет, туда нереально запрыгнуть. Ты поставила, короче, на место, где мыши не могут запрыгнуть. Мыши тут не могут. Подожди, тут стопнись, да? Ну подожди, я подожди, мне проверю. Да кошка-то может, а мышь не может. А вы не можете? Нет, она переставляет. Сейчас я переставлю. Все, переставлю. Попробуй в другом месте тогда. Давай, ты пока прячь. Дариныч, пока давай, ищи. Давай, Надеюсь, там хоть сможете, где я сейчас спрячу. Женя, отвлекаем, помогаем. Помогаем, отвлекаем. Прыгай. Так, сейчас. Оп, сейчас. Все, я спрятала еще два сыра как раз. Опа. Так. Один третьего... есть. Ес. Отлично. Хорош. Нет, я до вас даже счастлива. Блин. Остался один. А сыр-то у нее не выпал. Остался один. У меня сыр не выпал. Сыр не выпал, я тебе как подарок дам. Держи. Короче, все-таки мечи это имба. Держи. И мечи это имба. Так, да я тебе как подарок подарила. Жень, подбери сыр. Сейчас, подожди. Я тебе как подарок дала. Не нужны мне твои подарки, смотри. Раз, два, три. Че? Серьезно? Все, мыши затащили, короче. А я подумала, что типа троих сыров не...
сыров не хватает, а ты, у тебя коса не были, я думала, это ничего себе. Чисто, короче, затащил, потому что Машка... Мне надо мечи фиксить, надо сделать так, чтобы было два удара. Надо. Надо. Ну, мне понравилось, было весело. Так, все, вообще, идемте сюда, девчонки, сейчас мы будем прощаться. Очень, дорогие друзья, вот такая вот была убойная серия кошек-мышек. В следующих сериях будут у нас разные крутые режимы. Обязательно ставьте лайк, потому что собираться командой очень тяжело, поэтому вам, вернее, нам нужна вся ваша поддержка. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, все дела. Пока-пока. Да, всем пока. С вами был значит, Евген Бро, Диана, Дарина и Машка. Всем бай-бай-бай-бай. Меня слепнули в полете.